Аплодировали даже соперники. Первоуральский танцевальный клуб покорил северную столицу на международном конкурсе. Он проходил в рождественские каникулы. Наши танцоры завоевали сразу несколько наград. Сюжет этого танца понятен без слов. На санкт-петербургской сцене ирония судьбы – продолжение. Главные роли исполняют первоуральские танцоры Павел Горбунов и Татьяна Колупаева. Они полны решимости удивить и покорить северную столицу. Диплом лауреата второй степени пора увозить в родной город. Руководитель танцевально-спортивного клуба Татьяна Решетникова, у которой занимаются молодые люди, рассказывает. Это самая высокая награда на конкурсе «Северная Венеция». Конкурс, так скажем, был непростой, вот, потому как не было вручено ни одного гран-при, ни одного лауреатства первой степени. Самая высшая награда, которую мы привезли, это лауреатство второй степени. Всего на международный конкурс, проходивший с 8 по 10 января, первоуральский коллектив привез 6 номеров. Анна Каренина, вдохновленный Элвисом, Шуауа и другие. Их исполнили 20 танцоров. Я вышел 2 раза на сцену в номерах «Русский сувенир» и «Форсаж». Как встречали зрители? Зрители встречали очень хорошо. Действительно, все аплодировали, и даже незнакомые чужие люди. Мне больше запомнилась «Шуава», потому что мы добавили новые поддержки, какие-то новые элементы. И это было очень сложно, но мы справились с этим. Я считаю, что даже, наверное, очень удачно. Справились действительно хорошо. Несмотря на высокую конкуренцию, в соперниках было больше десятка сильнейших участников. С конкурса наши танцоры привезли 3 награды. А еще вместе с наставником Татьяной Решетниковой ребята успели посетить главные достопримечательности культурной столицы. Юлия Томилина, Александр Захаров. Новости Первоуральск.